Здесь вот очень классный магазинчик. Всегда я здесь снимаю. Сюда захожу. Очень-очень колоритно. Но сегодня не пойду. Смотрите, как здесь классно. Самовар, музей, лавка. Ну как же без самовара-то? Открыто. Нет, не могу я пройти мимо. Ой. Не надо проходить мимо. Здравствуйте. Сюда к вам захожу, мимо не пройдешь. Классно у вас. Да, знаете, когда приезжаешь одна, вроде можешь, а туда с кем-то. Ну, тому это не очень интересно. Вроде как-то что-то не то. Ну, просто пройти мимо я не смогла. Посмотрите, у нас новинки все аккуратненько видят. Вообще. Сейчас еще у вас тут еще вот тут были все такие интересные штучки. А были сейчас уже только самовары, а были всякие какие-то типа машинки, что ли, какие-то. Или что-то такое было. Прям что-то интересное. Необычное. Необычное было. А сейчас у вас, я смотрю, только самовары. Угу. А у вас здесь и новые, и старые, да? Да, у нас есть самовар 1893 года. Да вы что? Какой? Вот такой шамаринский. Вот этот такой, прям? Да, конец 19-го. Вот он прям 1893 года? Здесь стоит такой. Он так хорошо выглядит. Ну, это отреставрировано. Хорошо. Слушайте, ну вообще, никогда бы не подумали, что 1823 года. Так хорошо, ну, может... Вот это у нас старый самовар. Вот это... Визитный 1870 года. Вообще классно. Это вообще очень редкий тампак. Видите, он по цвету отличается. Здесь по цвету свежей меди в нем. Очень такой яркий. Угу. Вообще супер. А вот это что такое необычное с трубой? Ну, это походный. Походный? Вот самовар вальник. Вот этот. Почему? Ну, форма у него такая, видите? Внизу как вальничек. Mm-hmm. Очень редко. А это вот что-то это тут вензель какой-то посеребрённый. Да, это называется рыбачок. Он тоже переносной, видите, здесь снимаются ножки. Mm-hmm. На рыбке, чтобы можно было его с собой покупать. Все супер. Музей прям. Ну, у нас есть музей. Ничего заливается. А сюда закладывается уголек. Ну, это на огонь, да, где-то как-то ставится? Нет, на угли? Жаровый. А. Внутрь кладете угольки, и он начинает кипеть. Супер. А он легкий такой, как будто из латуни. Ну, он не легкий довольно-таки. Да? Медный, ну, не видно, что нет. Это медный. У нас еще вот такой есть снова чайник с битами. Видите, у него здесь... Здесь угу. Не видно, она поглубже. А здесь видно, вот она. Уже ровнее. Где уголючки. Тоже чайничек, ага, вообще. Ну, какая прелесть. А дорогие, наверное, да? Ну, вот старинный. Это стоит 38, по-моему. Да, еще я думала подороже. 38. Да. Покупают? Вчера... Покупают? Покупают. У нас вчера один мужчина пришел, он собирает самовар. Угу. Три у нас купил. Здесь маленькие были такие тет-а-тет. Угу. Эгоист. Еще один. Ну, сразу 100 тысяч купил и пошел, как будто я была занимаюсь. Да, сейчас есть такие частные коллекционеры, они вот сейчас тоже... Это вложение. Вложение, да, да, да. Не на один день, скажем. Да. Тем более у него мальчик, я смотрю, лет 12 такой. Есть кому передать. Есть кому, да. Да. Машинка швейная, вот они у нас стоят.
Еще что-то было. Вот там на окне у вас что-то много... Тазик, господи, даже это устройство самовара в разрезе, что ли? Чайник у вас. Ой, тазики даже есть, господи, надо же. Ну, у нас есть вот такой медный для варенья, к примеру. Тоже, да, старый? Да, старинный. Варить варенье. Очень пользительная вещь. Ну, туда раньше такие. Вот ничего же не осталось. Были же, ступочки были у прабабушки. Ну, да. Я помню. Ну, все вспоминали. Все растеряли. Да. Остались одни воспоминания. А вот это что такое? Наверху стоит. Это что такое? Это тоже электрический самовар. А что такая форма? Немецкий? Немецкий? Это новый или старый? Ну, это уже были новые, да. Уже были. Классно. Ножницы там даже есть старые. Господи, чего только нет. Слушайте, ну это супер. Я очень люблю этот музей. Смотрите, какая люлька. Смотрите, как можно пройти мимо. Нельзя пройти мимо. Даже будучи не одна, вот я в этот раз все равно зашла. Ну просто невозможно было пройти мимо. Пешеходная улица города Тула. Оседлал молоток. Там есть такой стишок. Малый дал молоток, оседлал. Предоскок молоток, правит им плечок. Оседлать молоток – это жаргонное выражение, которое означает освоить мастерство на высоком уровне. Это подарок городу от горожанина, кулика, бизнесмена, издателя Золотарёва. Он вообще любит дарить городу памятники. У нас есть памятник Левше, но не вот этот классический, который мы сейчас пойдем смотреть. Вот, слышали? Туличок. Оседлал молоток. А это вот у них тут пряничный такой. Мы сейчас подойдем сюда. Сейчас я вам покажу, тут написано. Это Металлистов улица. Она раньше называлась Миллионная. Сейчас Металлистов. Сейчас. Вот смотрите. Здесь что написано. Сейчас. Сохранился фрагмент исторической кирпичной стены, объект культурного наследия, комплекса златинских лавр, построен в 1808 году, принадлежали Покровской церкви, позднее вошли в состав торговых лавр купца Златина. Во время пожара 1834 года лавки вместе с церковью выгорели до того, что едва стены не разрушились от жестокости огня. В 1863 году лавки восстановлены, часть из них сдана в аренду мещанам и купцам. С начала 20 века до наших дней здание постепенно разрушалось. Сохранились фрагменты фасадной стены. Вот фрагменты фасадной стены. Вот такая музей чаепития. Ну, как музей. Лавочка. Классно. Можно попить чайку. Ой. Тоже самовары. Смотрите. Вот как раз Антон вам про эти рассказывал. Там точно так же. Вот здесь очень много людей. Ну там не только вечер. Да, я слышу. Очень много людей. А здесь вот пряники. Знаменитые тульские пряники. Ну и, конечно же, самовары. Много людей. И самовары. А мы сейчас с вами завернем вот сюда, вот к храму. Подойдем к храму. Пятницкий, по-моему, насколько я помню. Здесь вообще много храмов. Очень красивые дома. Кстати, очень красивый дом. Посмотрите. Тут не написано, к сожалению, чьи это дома. Кому они принадлежали. Ну, и вот кирпичный дом. И этот прямо очень красиво.
так. Этот храм. По-моему, это пятницкая часовня. Сейчас посмотрим. Группы с туристами ходят. И прям очень-очень много людей. Благовещенская церковь. 1792 года постройки. Очень красивая внутри. До недавнего времени она была совсем запущенная, такая вся заброшенная. Вот недавно ее отреставрировали. Очень красивый храм, на самом деле, очень. Тоже вот здесь недалеко от этой миллион металлистов. Ну, в общем, все в центре здесь. Все в центре. Ну, раз вы знаете, в храмах я не снимаю. Есть такая вот старая застройка. Сейчас пойдем какими-то закоулками в кафе. Здесь у них открылся новый такое тоже такое пространство, называется «Искра». Я о нем уже слышала, но в прошлый раз я туда не дошла. И сейчас мы туда пойдем обедать. А вот тут вот еще, видите, еще что-то такое. Что тут написано? Тульская. Живешь в городе Туле. Сейчас. Сейчас я вам увеличу. Будь вежлив, ты живешь в городе Герои. Вот как. Ну что ж, отлично. Даже если ты здесь не живешь, все равно нужно быть вежливым. Но неплохо, неплохо. Тоже что-то старое здание какое-то. Здесь раньше была, я так понимаю, промзона, которую вот сейчас сделали таким вот пространством, где вот все вот это арт-пространство, где много всего вот этого красивого. И здесь сейчас совсем другая обстановка, атмосфера. Сейчас мы с вами идем на Смоленскую площадь, Смоленскую улицу. Тут тоже какой-то старый особняк слева. Сейчас я вам покажу. Здесь летом фонтан, насколько я помню. Но сейчас домики такие деревянные. Вон там дальше такая старая Тула. Сейчас мы посмотрим. Посмотрите, тут что музей настоящего. А музей обычно говорит о прошлом, о том, что мы прошло. Мы говорим о том, что есть, потому что именно оно настоящее. Это история про Тулу с человеческим лицом, про город людей, ищущих свое счастье. Вот такой здесь тут музей, только я не пойму, где он. Вот. Деревянный дом, деревянная Тула. Наверное, в этом домике музей находится, в этом желтеньком. Но буду иметь в виду, в следующий раз приеду, схожу обязательно. Вон там, наверное, куда-то надо пойти. Ну, хорошо, буду знать. Я стала читать вывески на заборах и стала узнавать много интересного. Так. Мы с вами идем вот сюда сейчас на Советскую площадь и далее, далее, далее. Там вот тоже очень красивые дома. Вот смотрите, красота какая. Там реставрируется что-то. Так. Идемте. Угу. Угу. Советская площадь.